Чего, блядь? Откуда вообще? Пидорас, блядь, кустарный. 49 метров. О, замочили кого-то. А, я даже не слышал выстрел. А, ну я типа мертвый. Петушара, блядь. Как ты это делаешь? Попал прям так, видно было. Там еще один бегает. На вышке тоже нет. Сорян, жду информацию. Чего здесь раз прыжки нету? Где второй? Второй. А, второй. Я по ней где-то. Ты обоих шлепнул баунти. А тут сольник, походу, был. Только не в голову, только не в голову. Спасибо. Да. Создание 70. Тебя окружает один слева. Убегай, убегай, видишь. Убегай вообще отсюда. Они тебя окружают с двух сторон. Через лес убегай. Да убегай, господи боже. Они с двух сторон заходят. Второй. Второй на моем трупе прям. Ушел от меня. Как ты это делаешь? Это паутину увидел. Блять. А где именно? Ну там один был. Слева, слева. Осколочный, что ли? Оба хаос. Как глупо. Блять. Ай, да. Вон он. Бляха-муха. Через телегу.
вот у меня так же шляпнул. Мне тоже, короче, скачать аймбот себе, да? Или как там он называется? На крыше. На крыше. Да. Он долго горит. Навряд ли ты его убил, скорее всего. Спешу. Угу. Значит, я кого-то слышу. Тут что-то поджог пол кинул. Нет? Там вот, там ходил по стеклу в той стороне. Фонарей нет, чувак. Спаси, я только по звуку тебе скажу. Эти, скорее всего, внутри уже. Нахуй перезаряжаюсь. Вот там, блядь. Я еще в шляпе мужика видел. Yeah.
хочу бочку он тут прикатить. Слышь, мне гениальная идея. Давай капкан на труп поставим. Ну и чё, пускай, блядь. Это не корона была? Ну, смотри, подожди. Да, спарка с глушителем. Блять, подожди. Ну, кроме двух. Нет, не 10. Да может он уже не живой. В них просто столько раз попали, блядь. Вот типно. Вот, я не понимаю, тип на картах сидел, прицелился ровно в район башки, выстрелил и ноль результат. То есть я уже специально даже на месте, блядь, встал и.